капитализм, вкусов. Ну, по-моему, это так вкусно. Мы как-то речься хотим. Трудно было найти больную. Греки боялась боли и избегала его. Она была приземлена на реальность. В мужчинах она искала серьезное намерение и стабильность. Она училась так, потому что считала его достойным и успешным. Она ценила свое успех. Кристина напротив ждала от любви совершенно иного. Она признавала страдания неотъемлемой частью настоящей страсти и была готова рискнуть свои чувства. Если бы вы спросили, чего она хочет, на что делать ставку, она не смогла бы ответить. Зато она точно знала, чего не хочет. Того, что видит цифру прибыльности. Вот что все.